Виктор Петрович Астафьев. Конь с розовой гривой. Бабушка возвратилась от соседей и сказала мне, что ливонтьевские ребятишки собираются на увал по землянику и велела сходить с ними. Наберешь, что я сок. Я повезу свои ягоды в город. Твои тоже продам. И куплю тебе пряник. Конем, баба! Конем, конем! Пряник, конем! Это же мечта всех деревенских малышей. Он белый, белый этот конь, а грива у него розовая, хвост розовый, глаза розовые, копыты тоже розовые. Бабушка никогда не позволяла таскаться с куском хлеба. Ешь за столом, иначе будет худо. Но пряник совсем другое дело пряник можно сунуть под рубаху, бегать и слышать, как конь лягает копытами в голый живот, холодея от ужаса потерял, хвататься за рубаху и со счастьем убеждаться. Тут он, тут конь, огонь. С таким конем сразу почету сколько внимания. Ребята Левонтьевских к тебе так и это кластятся, и в чижа первому бить дают, и из драгадки стрельнуть, чтоб только им позволили потом откусить от коня, либо лизнуть его. Когда даешь Левонтьевскому Саньке или Таньке откусывать, надо держать пальцами то место, по которое откусить положено. И держать крепко, иначе Танька или Санька так цапнут, что останется от коня хвост до грива. Левунтий, сосед наш, работал на бадагах вместе с Мишкой Коршаковым. Левонтий заготовлял лес на Бадаге, пилил его, колол и сдавал на избесковый завет, чтобы был супротив села по другую сторону Енисея. Один раз в десять дней, а может и в пятнадцать, я точно не помню, Левонтий получал деньги. И тогда в соседнем доме, где были одни ребятишки и ничего больше, Начинался пир горой. Какая-то неспокойность, лихорадка, что ли, охватывала не только Левонтьевский дом, но и всех соседей. Ранним еще утром к бабушке забегала тетка Васяня, жена дяди Ливонтия, запыхавшаяся, загнанная, зажатым в горсти рублями. «Кума!» – испуганным радостным голосом восклицала она. «Долг вот я тебе принесла!» И тут же кидалась прочь с избы, взметнув юбкой вихрь. «Да стой ты, чумовая!» — окликала ее бабушка. «Сосчитать ведь надо!» Тетька Васяня покорно возвращалась, и пока бабушка считала деньги, она перебирала босыми ногами ровно горячий конь, готовый рвануть, как только приотпустит божие. Бабушка считала обстоятельно и долго, разглаживая каждый рубль, сколько помню, больше семи или десяти рублей из запасу на черный день бабушка никогда Левонтихи не давала. Потому что, как весь этот запас состоял, кажется, из десятки. Но при такой малой сумме заполошная Васяня умудрялась обсчитаться на рубль, когда и на целый трояк. Ты как же с деньгами-то обращаешься? Чучело безглазое, напускалась бабушка на соседку. Мне рубь, другому рубь. Что же это получится? Но Васяня опять взметывала юбкой вихрь и укатывалась. Передала ведь? Бабушка еще долго поносила Левонтиху, самого Левонтия, который, по ее убеждению, хлеба не стоило, а вино жрал. Била себя руками по бедрам, плевалась, я подсаживался как сну и с тоской глядел на соседний дом. Стоял он сам с собою на просторе. И ничего ему не мешало смотреть на свет белый кое-какими застекленными окнами ни забор, ни ворота, ни наличники, ни ставни, даже бани у дяди Левонтия не было. И они, Левонтьевские, мылись по соседям, чаще всего у нас, натаскав воды и под воду дров с известкового завода переправив. В один благой день, может быть и вечер, дядя Левонтий качал зыбку, и, забывшись, затянул персню морских скитальцев, слышанную в плаваниях. Он когда-то был моряком. Приплыл по из Африки матрос. Малютку-обезьяну он в ящике привез. Семейство утихло, внимая голосу родителя, впитывая очень сладкую и жалостную песню. Село наше, кроме улиц, посадов и переулков, Скроено и сложено еще и попесенно у всякой семьи, у фамилии была своя коронная песня, которая глубже и полнее выражала чувства именно этой и никакой другой родни. Я и поныне, как вспомню песню «Монах красотку полюбил», так и вижу Бобровский переулок и всех Бобровских, и мураши у меня по коже разбегаются от потрясенности. Дрожит, сжимается сердце от песни шахматовского колена. Я у окошечка сидела, боже мой, а дождик капал на меня. А как забыть фокинскую душу рвущую? Понапрасну ломал я решетку понапрасно бежал из тюрьмы, моя милая родная женушка у другого лежит на груди. Или дяде, моего любимую, однажды в комнате уютной, или в память о маме покойницы, поющуюся до сих пор, ты скажи мне, сестра, да где же их всех ты упомнишь? Деревня большая была, народ голосистый, удалый, и родня в коленах глубокая и широкая. Но все же наши песни скользом пролетали над крышей переселенца дяди Левонтия, ни одна из них не могла растревожить закаменелую душу боевого семейства. И вот на тебе дрогнули ливонтьевские орлы. Должно быть, капля дугая моряцкой бродяжьей крови путалась с жилых детей. И она размыла их стойкость. И когда дети были сыты, не дрались и ничего не истребляли, можно было слышать, как в разбитые окна и распахнутые двери – Выплескивается дружный хор. Сидит, она тоскует, все ночи на пролет, и песенку такую о родине поет. На теплом, теплом юге, на родине моей Живут, растут подруги, И нет совсем людей. Дядя Левонтий подбуравливал песню басом, добавляя в нее рокоту. И от того и песни, и ребята, и сам как бы он менялись обликом. Красивший и сплоченный делались, и текла тогда река жизни в этом доме покойным ровным руслом. Тетка Васяня, непереносимой чувствительности человек, Оросив лицо и грудь слезьми, подвывая в старый прожженный фартук, высказывалась насчет безответственности человеческой. Сгреб вот какой-то пьяный охламон обезьянку, утащил ее с родины, не весь зачем и на А она вот бедная, сидит и тоскует все ночи напролет. И, скинувшись, вдруг впивалась мокрыми глазами в супруга. Да уж не он ли, странствуя по белу свету, утворил это черное дело, не он ли свистнул обезьянку, он ведь пьяный не ведает, что творит. Дядя Левонтий, покаянно принимающий все грехи, какие только возможно навесить на пьяного человека, морщил лоб, тужась понять, когда и зачем он увез из Африки обезьяну. И коли увез, умыкнул животную, так куда она впоследствии делась? Весной Левонтьевское семейство ковыряло маленько землю вокруг дома. Возводили изгородь из жерздей, хворостин, старых досок. Но сегодня все это постепенно исчезала в утробе русской печи, раскорячившейся посреди избы. Танька Левонтьевская так говорила, шумая беззубым пртом обо всем ихнем заведении. Зато как тядька шурунет нас, бегишь и не, и, и не птиша!» Сам дядя Левонтий в теплые вечера выходил на улицу в штанах, державшихся на единственной медной пуговице с двумя орлами, в бязевой рубахе, вовсе без пуговиц, садился на истюканный топором чурбак, изображавший крыльцо, курил, смотрел. И если моя бабушка корила его в окно за безделье, перечисляла работу, которую он должен был, по ее разумению, сделать в доме и вокруг дома, Дядя Левонтий благодушно почесывался. «Я, Петровна, слободу люблю!» И обводил рукою вокруг себя. «Хорошо, как на море! Ничто глаз не угнетат!» Дядя Левонтий любил море, а я любил его. Главная цель моей жизни была прорваться в дом Левонтия после его получки. Послушать песню про малютку-обезьяну и, если потребуется, подтянуть могучему хору. Улизнуть не так-то просто. Бабушка знает все мои повадки наперед. «Нечего куски выглядывать!» — гремела она. «Нечего этих пролетариев объедать! У них самих в кармане вождь на Аркане. Но если мне удавалось ушмыгнуть из дома и попасть к Левонтьевским, тут уж все, тут уж я бывал окружен редкостным вниманием. Тут мне полный праздник. Выть отсюда! Строго приказывал пьяненький дядя Левонтий кому-нибудь из своих парнишек. И пока кто-либо из них неохотно вылезал из-за стола, пояснял детям свое строгое действие уже обмякшим голосом. Он сирота. А вы всешки при родителях. И жалобно глянув на меня, взревывал. Мать-то хоть помнишь ли? Я утвердительно кивал. Дядя Лимонтий горестно облокачивался на руку, кулачищем растирал по лицу слезы, вспоминая бадоги с ней по один год кололи. И, И совсем уж разрыдавшись, когда не придешь, ночь, полночь, пропоращая этой голова Лемонтий скажет, и Опохмелит. А Тетка Васяня, ребятишки дяди Лимонтия, и я вместе с ними ударялись в брев, и до того становилась жалостно в избе, и такая доброта охватывала людей, что все высыпалось и выливалось на стол, и все наперебой угощали меня. И сами ели, уже через силу, потом затягивали песню, и слезы лились рекой, и гремычная обезьяна после этого долго снилась мне. Поздно вечером, либо совсем уж ночью, дядя Левонтий задавал один и тот же вопрос, что такое жизнь? После чего я хватал пряники, конфеты, и ребятишки ливончевские тоже хватали, что попало под руки, и разбегались кто куда. Последний ходу задавала Васяня. И бабушка моя привечала ее до утра. Ливонтий бил остатки стекол в окнах, ругался, гремел, плакал. На следующее утро он осколками стеклил окна, ремонтировал скамейки, стол и полный мрака и раскаяния отправлялся на работу. Тетка Васяня дня через три-четыре снова ходила по соседям и уже не взметывала юбкой вихер. Снова занимала до получки денег, муки, картошек. Чего придется? Вот с Орламета, дядя Левонтия, я и отправился по землянику, чтоб трудом своим заработать пряник. Ребятишки несли бокалы с отбитыми краями, старые наполовину изодранные на растопку берестяные туиски, кринки, обязанные по горлу бечевками, у кого кувшины без ручек были, Парнишки вольничали, боролись, бросали друг в друга посудой, ставили подножки, раз за два принимались драться, плакали, дразнились. По пути они заскочили в чей-то огород, и поскольку там еще ничего не поспело, напластали беремя лука батуна, наелись до зеленой слюны, остатки побросали, отправили несколько перышек на свистульки, в обскусанные перья. Они пищали, приплясывали под музыку, шагали. Нам весело, и мы скоро пришли на каменистую вал. Тут все перестали баловаться, рассыпались по лесу и начали брать землянику, только-только еще поспевшую, белобокую, редкую и поэтому особенно радостную и дорогую. Я брал старательно и скоро покрыл дно аккуратненького туйска стакана на два-три. Бабушка говорила, главное в ягодах закрыть дно посудины. Вздохнул я с облегчением и стал собирать землянику скорее. Да и попадалась ее выше по увалу больше и больше. Левонтьевские ребятишки сначала ходили тихо. Лишь позвякивали крышка, привязанная к медному чайнику. Чайник этот был у старшего парнишки. И побрякивал он, чтобы мы слышали, что старшой тут поблизости. И бояться нам нечего и незачем. Вдруг крышка чайника забринчала нервно послышалась возня. Ешь, да, ешь, да, а домой чё? А домой чё? Спрашивал старшой и давал кому-то тумака после каждого вопроса. Ага-га! Запела Танька. Шанька сожрал, так ничего. Попала и Санки он рассердился, бросил посудину и свалился в траву. Старшой брал ягоды, брал ягоды, да и задумался. Он для дома старается. А те вон дармоеды жрут ягоды, ливы вовсе на траве валяются. Подскочил старшой и пнул Саньку еще раз. Санька взвыл, кинулся на старшова, зазвенел чайник, брызнули из него ягоды, бьются братья богатырские, катаются по земле, всю землянику раздавили. После драки и у старшова опустились руки. Принялся он собирать просыпанные давленные ягоды и в рот их, и в рот. «Значит, вам можно, а мне, значит, нельзя!» Вам можно, а мне, значит, нельзя? ⁇ зловеще спрашивал он, пока не съел всю, что оста удалось собрать. В сторе, братья, как-то незаметно помирились, перестали обзываться и решили спуститься к Фокинской речке, побрызгаться. Мне тоже хотелось к речке, тоже бы побрызгаться. Но я не решался уйти с Увала, потому что еще не набрал полную посудину. Бабушки Петровны испугался. «Эх ты!» – закривлялся Санька и назвал меня поганым словом. Он много знал таких слов. Я тоже знал, научился говорить их у левонтьевских ребят, но боялся. Может, стеснялся употреблять поганство и не смело заявил – Зато мне бабушка пряник конем купит. Может, кобылой? Усмехнулся Санька, плюнул себе под ноги и тут же что-то смекнул. Скажи уж лучше, боишься ее. И еще ты жадный. Я? Ты? Жадный? Жадный. А хочешь, все ягоды съем? Сказал я это и сразу покаялся. Понял, что попался на уду. И с шишками на голове от драк, с разных других причин, и с цыпками на руках и ногах, с красными окровавленными глазами Санка был вреднее и злее всех левонтьевских ребят. «Слабо!» – сказал он. «Мне! Слабо!» – хорохорился я, искоса глядя в ту исок. «Там было ягод уже выше середины!» «Мне! Слабо!» – повторял я гаснущим голосом, и чтобы не спасовать, не струсить, не опозориться, решительно вытряхнул ягоды на траву. «Вот! Ешьте вместе со мной!» Навалилась Левонтьевская орда. Ягоды в миг исчезли. Мне досталось всего несколько малюсеньких гнутых ягодок с прозеленью. Жалко ягод, грустно, тоска на сердце. Причувствует оно встречу с бабушкой отчет и расчет. Но я напустил на себя отчаянность, махнул на все рукой, Теперь уже все равно я мчался вместе с ливонтьевскими ребятишками под гору Хрестхи и хвастался. «Я еще у бабушки калач украду!» «Парни поощряли меня, действуй, мол, и ни один калач нести!» «Шанек еще прихвати, либо пирог, ничего лишнее не будет!» «Ладно!» Бегали мы по мелкой речке, брызгались студеной водой, опрокидывали плиты и руками ловили под каменщика пижуженца. Санька ухватил эту мерзкую на вид рыбину, сравнил ее со срамом, и мы растерзали пижуженца на берегу за некрасивый вид. Потом пуляли камни в пролетающих птичек, подшибли белобрюшку. Мы отпаивали ласточку водой, но она пускала в речку кровь. Воды проглотить не могла и умерла, уронив головку. Мы хоронили беленькую на цветочек похожую птичку на берегу в гальке и вскоре забыли о ней, потому что занялись захватывающим жутким делом, забегали в устье холодные пещеры, где жила, это все знали, нечистая сила. Дальше всех в пещеру забежал Санька. Его и нечистая сила не брала. «Это еще чего?» – хвалился Санька, воротившись из пещеры – я бы дальше побег, в глыб побег, да боссы я, там змеев гибель. Змеев? Танька отступила от устья пещеры и на всякий случай подтянула спадающие штанишки. Домовниху, с домовым видел, продолжал рассказывать Санька, хлопуша. «Домовые на чердаке живут, да под печкой!» – срезал Саньку старшой. Санька смешался было, однако тут же оспорил старшого. «Да там а какой домовой-то? Домашний! А тут пещерный, в мохе весь, серой, дрожмя дрожит, студеный ему!» А домовниха худа-худа, глядит жалобливо и стонет. Да меня не подманешь, подойди столько, схватит и слопает. Я ей камнем в глаз залимонил. Может, Санька и врал про домовых, но все равно страшно было слушать. Чудилось, вот совсем близко в пещере кто-то все стонет, стонет, Первый дернула от худого места Танька. Следом за ней и остальные ребята с горы посыпались. Санька свистнул, заорал дурноматом, поддавая нам жару. Так интересно и весело мы провели весь день. Я уже совсем забыл про ягоды, но наступила пора возвращаться домой. Мы разобрали посуду, спрятанную под деревом. Задаст тебе, Катерина Петровна, задаст, заржал Санька. Ягоды мы съели, ха-ха-ха, нарочно съели, ха-ха-ха, нам-то ништяк, ха-ха-ха, а тебе-то хо-хо-хо. Я и сам знал, что им-то, Левонтьевским, ха-ха-ха, а мне хо-хо-хо. Бабушка моя, Катерина Петровна, не тетка Васяня. С нею враньем, слезами и разными оговорками не отделаешься. Тихо плюлся я за левонтьевскими ребятами из лесу. Они бежали впереди меня, гурьбой гнали по дороге ковшик без ручки. Ковшик звякил, подпрыгивал на камнях, от него отскакивали остатки эмалировки. «Знаешь что? Проговорив с братанами, вернулся ко мне Санька. «Ты в туёс травы натолкай, сверху ягод, и готово дело!» «Ой, детятка моё!» принялся с точностью перездранивать мою бабушку Санька. Пособил тебе вот Господь, сиротинки, подсобил и мигнул мне без Санька и помчался дальше. Вниз сувала домой. А я остался. Утихли голоса ребятни под увалом, за огородами. Жутко сделалось. Правда, село здесь слышно, а все же тайга, пещера недалеко, в ней домовниха с домовым, змеи кишмя кишат. Повздыхал я, повздыхал, чуть было не всплакнул, но надо было слушать лес, траву, домовые из пещеры не подбираются ли. Тут хныкать некогда, тут ухо востром держи. Я рвал горстью траву, а сам озирался по сторонам. Набил травою туго -ту и сок на бычке, чтоб к свету поближе и дома видать. Собрал несколько горсток ягод, заложил ими траву. Получилось земляники даже с копной. «Детятку ты моё! закричала бабушка, когда я, замирая от страха, передал ей посудину — Господь тебе пособил, Господь, уж куплю я тебе пряник, самый большущий, и пересыпывать ягодки твои к своим не стану. Прямо в этом туиске увезу. Отлегло маленько. Я думал, сейчас бабушка обнаружит мое мошенничество, даст мне, что полагается, и уж приготовился к каре за содеянное злодейство. Но обошлось. Все обошлось. Бабушка унесла туисок в подвал, еще раз похвалила меня, дала поесть, и я подумал, что бояться мне пока нечего, и жизнь не так уж худа. Я поел, отправился на улицу играть, и там дернуло мне сообщить обо всем Саньке. А я расскажу Петровне, а я расскажу, не надо, Санька, принеси калач, тогда не расскажу. Я пробрался тайков в кладовку, вынул из ларя калач и принес его Саньке под рубахой потом еще принес, потом еще, пока Санька не нажрался. Бабушку надул, калачи украл. Че только будет, терзался я ночью, ворочаясь на лопатях. Сон не брал меня, покой ангельский не снисходил на мою жиганью, на мою варначью душу, Хотя бабушка, перекрестив на ночь, желала мне не какое-нибудь, а самое, что ни на есть, ангельского тихого сна. «Ты чего там елозишь?» – хрипло спросила из темноты бабушка. «В речке небес опять бродил, ноги опять болят». «Не!» – откликнулся я. «Сон приснился. Спи с Богом!» Спи, не бойся, жизнь страшнее снов, батюшка. А что если слизь с палатей, забраться к бабушке под одеяло и все-все рассказать? Я прислушался, снизу доносилось трудное дыхание старого человека. Жалко будить, устала бабушка. Ей рано вставать. Нет уж, лучше я не буду спать до утра. Скараулю бабушку, расскажу обо всем. И про туесок, и про домовниху с домовым, и про калачи. Про всю, про все. От этого решения мне стало легче. И я не заметил, как закрылись глаза. Возникла Санькина немытая рожа, потом замелькал лес, трава, земляника, завалила она и Саньку, и все, что виделось мне днем. На палатах запахло сосняком, холодной таинственной пещерой, речка прожурчала у самых ног и смолкла. Дедушка был на заимке, километр в пяти от села, в устье реки Маны – там у нас посеяна полоска ржи, полоска овса и гречи. Да большой загон посажен картошек. О колхозах тогда еще только начинали разговоры. И селяне наши жили пока единолично. У дедушка на заимке я любил бывать. Спокойно у него там, обстоятельно, никакого утеснения и надзора, бегай хоть до самой ночи. Дедушка никогда и ни на кого не шумел, работал неторопливо, но и очень уемисто и податливо. А если бы заимка была ближе, я бы ушел, скрылся. На пять километров для меня тогда были непреодолимым расстоянием. И Алешки нет, чтобы с ним вместе умотать. Недавно приезжала тетка Августа и забрала Алешку с собой на лесоучасток, куда она поступила работать. Слонялся я, слонялся по пустой избе. И ничего другого не мог придумать, как податься к Левонтьевским. Оплыла! Петровна!» – ухмыльнулся Санька и циркнул слюной в дырку между передних зубов. У него в этой дырке мог поместиться еще один зуб, и мы были без ума от этой Санькиной дырки, как он в нее циркал слюной. Санька собирался на рыбалку, распутывал леску. Малые его братья и сестры толкались подли, Бродили вокруг скамеек, Поузали, ковыляли на кривых ногах. Санька раздавал за трещины направо и налево. Малые лезли под руку, путали леску. Крючка нету, сидир-то буркнул он. Проглотил, должно, который-то, помрет. Ништяк, успокоил меня Санька, «Переварят!» У тебя много крючков. Дай! Я тебя с собой возьму. Идиот. Я помчался домой, схватил удочку, хлеба в карман сунул, и мы подались к каменным бычкам за паскотину, спускавшуюся прямо в Енисей по загогам. Старшего дома не было. Его взял с собой на бодоге отец и Санька командовал на прополую, поскольку был он сегодня старшим и чувствовал большую ответственность. Тут уж не задирался зря и, мало того, усмирял народ, если тот начинал свалку. У бычков Санька поставил удочки, наживил червяков, поклевал на них и с руки закинул лески, чтобы дальше закинулись. Всем известно, чем дальше и глубже, тем больше рыбы и крупнее она. Ша -а -а -а! вытаращил глаза Санька, и мы покорно замерли. Долго не клевала. Мы устали ждать, начали толкаться, хихикать, дразниться. Санька терпел, терпел и прогнал нас искать щавель. Береговой чеснок, дикую редьку, иначе, мол, он за себя не ручается, иначе он всем нам нащелкает. Ливонтьевские ребята умели пропитаться от земли, ели все, что Бог пошлет. Ничем не брезговали, и оттого они были краснорожие, сильные, ловкие, особенно за столом. Без нас у Саньки в самом деле заклевало. Пока мы собирали пригодную для жратвы зелень, он вытащил двух ершей, пескаря и белоглазого ельчика. Развели огонь на берегу, Саньков сделал на палочке рыб, приспособил их жарить. Ребятишки окружили костерок и не спускали глаз Жарева. «Сань!» – заныли они скоро. «Уж изварилась, Сань!» «Ну, прорвы! Ну, прорвы! Уже не видите, что ерш жабрами жеват? Такого бы слопать поскорейше!» А тут как брюхо схватит, понос ешь ли. Понос у Витьки Катеринного быват, а у нас нет. Я чё сказал? Смолкли орлы боевые. Санькой не больно татурусы разведешь. Он тут чего и навтыкает терпят малыш, выркают носами, норовят огонь пожарче сладить. Однако терпения хватает ненадолго. Ну, Сань, вон уж прямо уголь. Подавитесь, Ребята сцапали палочки с жареной рыбой, разорвали на лету и на лету же, постановая от горячего, съели их почти сырыми, без соли и хлеба. Съели и в неудоумении огляделись. Уже? Столько ждали, столько терпели и только облизнулись. Хлеб мы ребятишки тоже незаметно смолотили и занялись кто чем, вытаскивали из норок береговушек, блинали каменными плиточками по воде, пробовали купаться, но вода была еще холодная, быстро выскочили из реки отогреваться у костра, отогрелись и упали еще в низкую траву, чтобы не видать, как Санька жарит рыбу, теперь уже себе». Теперь его череда, и тут уже проси, не проси, могила не даст, потому что сам пожрать любит пуще всех. День был ясный, летний, сверху пекло, возле паскотины клонились к земле рябенькие кукушкины башмачки, на длинных русских стеблях болтались из стороны в сторону синие колокольчики, и, наверное, только пчелы слышали, как они звенели. Музли Муравьинова на обогретой земле лежали полосатые цветы граммофончики, и в голубые их рупоры совали головы шмели. Они надолго замирали, выставив мохнатые зады, должно быть, прислушивались, заслушивались музыкой. Березовые листья блестели, осенник сомлел от жары, сосняк по увалам был весь в синем куреве. Над Енисеем солнечно мерцало. Сквозь это мерцание едва проглядывали красные жерпа известковых печей, полыхающих по ту сторону реки. Тени скал лежали неподвижно на воде, и светом их размыкало, рвало в клочья, будто старое трепье, железнодорожный мост в городе, видимый из нашего села в ясную погоду, колыхался тонким кружевцем, и, если долго смотреть на него, кружевце истоншалось и рвалось. Оттуда из-за моста должна приплыть бабушка что только будет. И зачем я так сделал? Зачем послушался Левонтьевских? Вон, как хорошо было жить. Ходи, бегай, играй, и ни о чем не думай. А теперь что? Надеяться теперь не на что. Разве что на нечаянное какое-то избавление. Может, лодка опрокинется, и бабушка утонет. Нет уж, лучше пусть не опрокидывается. Мама утонула. Чего хорошего? Я нынче сирота, несчастный человек. И пожалеть меня некому. Левонтий только пьяный жалеет. Да еще дедушка. И все. Бабушка только кричит. Еще нет, нет. Да подаст. У нее не задержится. Главное, дедушки нет. На заимке, дедушка, он бы не дал меня в обиду. Бабушка и на него кричит, потачик, своим всю жизнь потачил. Теперь этого? Дедушка ты, дедушка, хоть бы ты в баню мать приехал, хоть бы ты просто так приехал и взял бы меня с собой. Ты чего нюнишь? Накомплился ко мне Санька с озабоченным видом. Ничего! Голосом я давал понять, что он Санька довел меня до такой жизни. Ништяк! утешал его Санька. Не ходи домой и все. Заруйся в сено и притаись. Петровна видела у твоей матери глаз приоткрытый, когда ее хоронили, боится! Ты тоже утонешь. Вот она и запречитает. Утонул мой дитятка! Спокинул меня сиротиночка! Тут ты и вылезешь. Не буду так делать, запротестовал я. И слушаться тебя не буду. Ну или шаг с тобой. Об тебя же стараюсь. Во, клюнула, у тебя клюнула. Я свалился с ера!» переполошив береговушек в дырках и рванул удочку. Попался окунь. Потом ёрш, Подошла рыба. Начался клев. Мы наживляли червяков, закидывали. Не перешагивай через удилище, суеверно орал Санька, на совсем ошалевших от восторга малышей и таскал-таскал ребешек. Парнишки надевали их на его пруд, опускали в воду и кричали друг на дружку, «Кому говорено, не пересекай удочку!» А вдруг за ближним каменным бычком защелкали по дну кованые шесты. Из-за мыса показалась лодка. Трое мужиков разом выбрасывали из воды шесты, сверкнув отшлифованными наконечниками, шесты разом падали в воду, и лодка, зарывшись по обводы в реку, рвалась вперед, откидывая на стороны волны. Взмах шестов, перекидка рук, толчок, лодка вспрыгнула носом, ходка подалась вперед, она ближе, ближе, вот уже кормовой двинул шестом, и лодка кивнула в сторону от наших удочек. И тут я увидел сидящего на беседке еще одного человека. Полушалок на голове, концы его пропущены подмышки, и крест-накрест завязано на спине, под полушалком крашенная в бордовый цвет кофта, вынималась эта кофта из сундука по большим праздникам и по случаю поездки в город. Я рванул оттуда к яру, подпрыгнул, ухватился за траву, засунув большой палец ноги в норку. Подлетела береговушка, тюкнула меня по голове, я с перепугу упал на комье глины, подскочил и бежать по берегу, прочь от лодки». Ты куда? Стой! Стой, говорю! Кричала бабушка. Я мчался во весь дух. Я вища! Я вища домой! Мошенник! Мужики поддали жару, держи его, крикнули из лодки. И я не заметил, как оказался на верхнем конце села, куда и одышка всегда мучающаяся меня делась. Я долго отдыхивался и скоро обнаружил, Подступает вечер. Волей-неволей надо возвращаться домой. Но я не хотел домой. И на всякий случай подался к двоюродному братишке Кеше, дяде Ваниному сыну, жившему здесь, на верхнем краю села. Мне повезло. Возле дяди Ваниного дома играли в лапту. Я ввязался в, игру и пробегал до темноты. Появилась тетя Феня, Кешкина мать, и спросила меня, «Ты почему домой не идешь?» «Бабушка потеряет тебя!» «Нет!» Ответил я как можно беспечнее. Она в город уплыла. Может, и ночует там. Тетя Феня предложила мне поесть. Я с радостью смолотил все, что она мне дала. Танкаши и кеша попил вареного молока и мать сказала ему с укором. Все на молочке, да на молочке. Гляди вон, как ест парнишка, от того и крепок, как гриб боровик. Мне поглянулась тетя Фенина похвала. Я уже тихо надеяться стал, что она меня и ночевать оставит. Но тетя Феня пораспрашивала, пораспрашивала меня обо всем, после чего взяла за руку и отвела домой. В нашей избе уже не было свету. Тетя Феня постучала в окно, «Не заперто!» — крикнула бабушка. Мы вошли в темный и тихий дом, где только и слышалось многокрылое постукивание бабочек да жужжание бьющихся о стекло мух. Тетя Феня оттеснила меня в сене, втолкнула в пристроенную к сеням колодку там была налажена постель из половиков и старого седла в головах. На случай, если днем кого-то сморит жара, и ему захочется отдохнуть в холодке. Я зарылся в половик, притих, слушая. Тетя Феня и бабушка о чем-то разговаривали в избе. Но о чем не разобрать? В кладовке пахло трубями, пылью и сухой травой, натыканной во все щели и под потолком. Трава это... Все чего-то пощелкивало, да потрескивало. Тоскливо было в кладовке. Темень была густа, шероховата, заполненная запахами и тайной жизнью. Под полом одиноко и робко скреблась мышь, голодающая из-за кота и все потрескивали сухие травы до да цветы под потолком, открывали коробочки, царили во тьму семечки, два или три запутались в моих волосах, но я их не вытаскивал, страшась шевельнуться. На селе утверждалась тишина, прохлада и ночная жизнь, убитые дневною жарою собаки приходили в себя, вылазили из-под синей крылец из конур и пробовали голоса. У моста, что положен через Фокинскую речку, пиликала гармошка. На мосту у нас собирается молодежь, пляшет там, поет, пугает припозднившихся ребятишек и стеснительных девчонок. У дяди Леонтия спешно рубили дрова. Должно быть, хозяин принес чего-то наварива. У кого-то левонтиевские бодали жерть. Скорее всего, у нас. Есть им время промышлять в такую пору. Дрова далеко. Ушла тетя Феня плотно прикрыла дверь в сенках, воровато прошмыгнул по крыльцу кот, под полом стихла мышь, стало совсем темно и одиноко. в избе не скрипели половицы, не ходила бабушка, устала, не ближний путь в город-то восемнадцать верст да с котомкой. Мне казалось, что если я буду жалеть бабушку, думать про нее хорошо, она об этом догадается, и все мне простит, придет, и простит, ну, разок и щелкнет. Так что за беда, за такое дело и не разок можно? Однако... Бабушка не приходила. Мне сделалось холодно. Я свернулся калачиком и дышал себе на грудь, думая про бабушку и про все жалостное. Когда утонула мама, бабушка не уходила с берега не унести, не уговорить ее всем миром не могли. Она всю кликала и звала маму, бросала в реку краюшки хлебушка, серебрушки, лоскутки, вырывала из головы волосы, завязывала их вокруг пальца и пускала по течению, надеясь задобрить реку, умиловить Господа. Лишь на шестые сутки бабушку, распустившуюся телом, почти волоком утащили домой. Она словно пьяная, бредово что-то бормотала, руки и голова ее почти доставали землю, волосы на голове расплетались, висели над лицом, цепляясь за все. И оставались клочьями на бурьяне, На жердях и на заплатах. Бабушка упала среди избы на голый пол, Раскинув руки, и так вот спала нераздетая, В скоропленных опорках, словно плыла куда-то, Не издавая ни шороха, ни звука, И доплыть не могла в доме говорили шепотом, ходили на цыпочках, боязно наклонялись над бабушкой, думая, что она умерла, но из глубины бабушкиного нутра через стиснутые зубы шел непрерывный стон, словно бы придавило что-то или кого-то там в бабушке, и она мучилась, не от неотпущей жгучей боли. Очнулась бабушка от сна сразу, огляделась, будто после обморока, и стала подбирать волосы, сплетать их в косу, держа тряпочку для завязки косы в зубах. Деловито и просто не сказала, а выдохнула она из себя. Нет, не дозваться мне, Лиденьку, не дозваться, не отдает ее река, близко где-то, совсем близко держит, но не отдает и не показывает. А мама и была близко, ее затянуло под сплавную баню против езбы Вассы Вихромеевны. Она зацепилась косой за перевязь Бона и моталась, моталась там до тех пор, пока не отопрели волосы и не оторвало косу. Так они и мучились. Мама в воде, бабушка на берегу. Мучились страшной мукой, неизвестности. За чьи тяжкие грехи такое? Бабушка узнала и рассказала мне, когда я подрос, что в маленькую долбленную лодку набилось восемь человек, отчаянных овсянских баб и один мужик на корме, наш, Кольча-младший. Бабы все с торгом, в основном с ягодой, с земляникой. И когда лодка опрокинулась на воде, ширясь, понеслась красная яркая полоса, и сплавщики с катера, спасавшие людей, закричали «Кровь! Кровь!» «Разбила обон у кого-то!» Но по реке плыла земляника. У мамы тоже была крынка земляники, и алой струйкой слилась она с красной полосой. Может, и мамина кровь от удара головой обону была там, текла и вилась вместе с земляникой по воде. Да кто ж узнает, кто отличит в панике, в суете и криках красное от красного? Проснулся я от солнечного луча, просочившегося в мутное окошко кладовки и ткнувшегося мне в глаза. В луче мошкой мельтешила пыль, откуда-то наносила заимкой, пашню. Я огляделся, и сердце мое радостно подпрыгнуло. На меня был накинут дедушкин старенький полушубок. Дедушка приехал ночью, красота! На кухне бабушка кому-то обстоятельно рассказывала, культурная дамочка, в шляпке. Я эти вот ягодки все куплю. Пожалуйста, милости прошу, к ягодке-то говорю, сиротинка приемочный собирал тут я провалился сквозь землю вместе с бабушкой и уже не мог и не желал разбирать, что она говорила дальше, потому что закрылся полушубком, забился в него, чтоб скорее помереть. Но сделалось жарко, глухо, стало нечем дышать, и я открылся своих вечно потачил, гремела бабушка. Теперь этого, а он уж мошенничает. Что потом из него будет? Жиган будет, вечный арестант. Я вот еще Левонтьевских пятна их в оборот возьму. Это ихняя грамота. Убрался дед во двор от греха подальше. Чего-то тюкает под навесом. Бабушка долго одна не может. Ей надо кому-то рассказывать о происшествии, либо разносить в дребезги мошенника. Стало быть, меня. И она тихонько прошла по сеням, приоткрыла дверь в кладовку. Я едва успел крепко-напкрепком сомкнуть глаза. Не спишь ведь, не спишь. Все вижу. Но я не сдавался. Забежала в дом тетка Авдотья. Спросила, как-то тета сплавала в город. Бабушка сказала, что сплавала, Слава тебе, Господи! Ягоньки продала сходно, и труд же принеслась повествовать. Мой-то! Малой-то! Чу творил? Послушай-ка! Послушай-ка, девка! В это утро к нам приходило много людей. И всех бабушка задерживала, что поведать. «А мой-то, малой-то!» И это ей нисколько не мешало исполнять домашние дела. Она носилась взад-вперед, доила корову, выгоняла ее к пастуху, вытряхивала поволовики — делала разные свои дела и всякий раз, пробегая мимо дверей кладовки, не забывала напомнить. Не спишь ведь, не спишь, я все вижу. Но я твердо верил. Управиться по дому и уйдет. Не вытерпит, чтобы не поделиться новостями, почерпнутыми в городе, и узнать те новости, которые свершились без нее на селе. И каждому встречному и поперечному бабушка с большой охотой будет твердить. А мой-то... Малой-то! В кладовку завернул дедушка. Вытянул из-под меня кожаные вожжи и подмигнул. Ничего, дескать, терпи и не робей. Да еще по голове меня погладил. Я заширкал носом, и так долго копившиеся слезы ягодой, крупной земляникой, пятна ее сыпанули из моих глаз, и не было им никакого удержу. Ну что ты, что ты, успокаивал меня дед, обирая большой рукой слезы, с моего лица. Чего? Голодный ты лежишь. Попроси прощения. Ступай, ступай. Легонько подтолкнул меня дед в спину. Придерживая одной рукой штаны, прижав другую локтем к глазам, я ступил в избу, и завел. Я? я, 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 я больше, я, я, я больше, я? я, я больше. И ничего не мог дальше сказать. Ладно уж, умывайся, досадись да трескать, все еще непримиримо, но уже без грозы, без громов оборвала меня бабушка. Я покорно умылся, долго возил по лицу сырым рукотерником и вспомнил, что ленивые люди, по заверению бабушки, всегда сырым утираются, потому что во всех всегда позднее встают. Надо было двигаться к столу, садиться, глядеть на людей. Ах ты, Господи! Да чтоб я еще хоть раз плутовал, да я, содрогаясь от все еще не прошедших схлипов, я прилепился к столу. Дед возился на кухне, сматывал на руку старую совсем понимал я ненужную ему веревку. Чего-то доставал с палатей, вынул из-под курятника топор, попробовал пальцем острие. Он ищет и находит заделье, чтобы только не оставлять горемычного внука один на один с генералом. Так они в сердцах или в насмешку называют бабушку. Чувствуя незримую, но надежную поддержку деда, я взял со стола краюху и стал есть ее в сухомятку. Бабушка одним махом плеснула молоко, со стуком поставила посудину передо мной и подбоченилась. «Брюхо болит!» На краюху глядит. Эш ведь какой смиренький, Эш ведь какой тихенький, И молочка не попросит. Дед мне подморгнул. «Терпи, я и без него знал. Боже, упаси сейчас поперечить бабушке» сделать чего-то не по ее усмотрению. Она должна разрядиться и должна высказать все, что у нее на сердце накопилось. Душу отвести и успокоиться должна. И срамила же меня она, бабушка, и обличала же. Только теперь, поняв до конца, в какую бездонную пропасть ввергло меня плутовство и на какую кривую дорожку оно меня еще уведет, коли я так рано взялся шаромыжничать, коли за лихим людом потянулся на разбой, я уже заревел, не просто раскаявшись, а испугавшись, что пропал, что ни прощения, ни возврата нету. Даже дед не выдержал бабушкиных речей и моего полного раскаяния ушел. Ушел, скрылся, задомив цигаркой, дескать, мне тут не помочь, не совладать. Бог пособляет тебе, внучок. Бабушка устала, выдохлась, а может и почуяла, что уж того она лишковато все же меня громила. Было покойно в избе, однако все еще тяжело. Не зная, что делать, как дальше жить, я разгладывал заплатку на штанах, вытягивал из нее нитки, а когда поднял голову, увидел перед собой, я зажмурился и снова открыл глаза, еще раз зажмурился, еще раз открыл по скобленному кухонному столу, будто по огромной земле с пашнями, лугами и дорогами, на розовых копытцах скакал белый конь с розовой кривой. Бери! Бери! Чё смотришь? Глядишь, зато еще когда обманешь башку! Сколько лет с тех пор прошло, Сколько событий минуло, Нет живых дедушки, нет и бабушки, да и моя жизнь клонится к закату, А я все не могу забыть бабушкиного пряника, Того дивного коня с розовой гривой.